Идам сарирам сатасанди жарджанам патати авасам паринам пишалам кимаушадам причаси мудо дурмате харинам расаянам пиво. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told those who are doing Hari Bhajan Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что те, кто совершает Hari Bhajan, все кроме них, другие люди, они глупы. И их жизнь она подобна самоубийству. И Гаурия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что те, кто совершают Hari Bhajan, и что кроме тех, кто совершает Hari Bhajan, другие люди, они глупы, и они совершают самоубийство. Hari Bhajan – это не шутки. Мы не можем понять значение Hari Bhajan, и в этом главная проблема. В Чайтанья Чайтамрите также мы находим, что вот первый шлока, с которого я начал, она из Бхаджан Рахаси, из Шрилы Бхактивинода Тхакур, он хотел показать нам эту шлоку таким материалистам, как мы, чтобы мы почувствовали, что это, что такое настоящая жизнь. И каково значение этой жизни? И те, кто не могут понять значение этой жизни, те, кто не могут обнаружить свое собственное положение и как они могут понять, куда и как двигаться дальше. И вначале наше собственное положение, оно должно быть обнаружено. Мы должны осознать, в каком положении мы находимся. И каково значение этой жизни, каково математическое выражение этой жизни. Мы должны почувствовать это перед тем, как начать Hari Bhajan. Hari Bhajan – это не шутки. И вот математическое представление нашей жизни каково? Мы живем в какое-то время, какие-то месяцы, какие-то недели, дни, часы, или минуты, или секунды, или части секунд. И вот, если мы подумаем, сколько всего времени мы живем, например, мы родились в какой-нибудь 1980 году, например, 15 августа, и если подсчитать, что этот человек умрет 60 лет, то есть посчитать, сколько он жил, я уже говорил во время ухода Шрилы Прабхупады, для нас было возможно подсчитать, поскольку Шрила Прабхупада родился в каком-то определенном году, в день Шукла Панчами. В Кришна Панчами, точнее. И если посчитать, то вот можно посчитать, сколько он жил на этой земле. А когда он ушел, все часы, они остановились. И будьте уверены, что это математическое представление нашей жизни, то, что мы будем жить какое-то определенное ограниченное число времени.
И если мы почувствуем это, то мы не сможем делать ничего лишнего. Если мы достаточно искренне, то все время мы можем думать. И те, кто уверены насчет этого, что они умрут в какой-то определенный день, если они знают это, то они не будут заниматься всякой ерундой. Если какой-то человек, он, например, знает, что ему осталось жить всего лишь до завтра, до утра, то он не будет заниматься никакой ерундой. Он будет думать, что же ему сделать важного. И вот можно вспомнить, что те, кто получают образование где-либо, или богатеют где-то, они заняты подсчетом своего богатства, хотя если люди, они заработали достаточно денег, но мало хотят еще и еще, и для них мы находим, что это не из Бхагаватами, не из Упанишат, но от какого-то философа, какого-то уважаемого философа, и весь мир должен следовать ему, если хотят жить спокойно. Его имя Чинакья Пандит. Я не говорю, что если вы будете следовать Чинакья Пандиту, то вы получите бхакти. Нет, но, по крайней мере, вы избавитесь от проблем. А если вы избавитесь от проблем, то что дальше делать, это уже ваше дело. Но так или иначе, вот он сказал так. Пытайтесь понять значение этих слов, если вы хотите обрести богатство и заняты его обретением, или если вы хотите получить какое-то образование, то вы не будете думать о том, что вы умрете, поскольку если вы осознаете, что вы скоро умрете, то тогда не будете видеть необходимости в обретении богатства или какого-то образования. Шрила Прабхупад, он на каком-то этапе оставил свое образование, поскольку он понял, что его цель – это обрести бхакти, преданность лотосным стопам Шри Кришны. Хотя учителя ему советовали учиться дальше, но он решил, что хватит, и нужно жизнью преданного, а не жизнью каких-то материалистов. И вот он решил оставить образование. И вот Шрила Прабхупад решил, что единственный долг в его жизни – это совершать харибаджан, а не стать каким-то великим ученым или получить какую-то профессию на каком-то поле деятельности. И вот Шрила Прабхупад оставил вот свое образование на каком-то уровне и начал изучать духовное знание. И вот говорится, образование и богатство, когда мы их стремимся к их обретению, то люди, как правило, думают, что они бессмертны и не умрут. Но когда мы будем следовать дхарме, особенно Бхагавад-дхарме, Чинакья Пандит, он не настолько глуп. Он не говорил о какой-то обычной дхарме, иначе он не мог бы сказать такие слова. И когда он сказал, как
И вот он говорил, что смерть, она уже тащит меня за волосы. И я боюсь. Как Видура Махарадж, о сасанге, я могу сказать нечто, какова польза и главный смысл Кали Даманлилы. Мы должны понять это. И вот Дхритараштра не был глупцом, у него было достаточно знания, но из-за слепой привязанности к своим детям, к сыну, он развил эту слепоту. То есть его глаза были слепы, то это куда бы это еще ни шло. Но если мы не можем видеть нашим сердцем, это гораздо хуже, это настоящая слепота. Если наше сердце слепо, это настоящая слепота. А если наши глаза плохо видят или не видят, то это еще куда бы ни шло. Однажды вот какая-то группа людей шли по направлению к Амарнатху. В этой группе был слепой человек. И вот нужно было жить где-то им. Но они шли по дороге, и нужно было остановиться, где-то отдохнуть, поесть. И один человек, он хотел с этим слепым человеком поговорить. Он как бы образован был, но глуп достаточно. И вот он с этим слепым человеком спрашивает: «О, дядя, куда идете?» «Ну вот, иду получить даршана Амарнатха». «А как вы даршана Амарнатха получите, вы же слепой?» И этот старый человек расплакался. Он начал плакать, сказал: человек сказал: «Я тебя узнал нечто новое». То есть он сказал ему, что могу ли я увидеть Амарнатха своими глазами. И тот человек, он был очень впечатленным. То есть слепой туда шел, но он как бы хотел, не надеялся даже получить даршана Амарнатха своими материальными глазами, поэтому не был, так сказать, ошарашен таким вопросом. И вот слепой Дхритараштра, он думал, что у него все хорошо, хотя он не видел, что смерть стоит у него за спиной. И кто мог напомнить ему об этом? А кто мог ему напомнить? Только саду. Они могли говорить харикатху. Иначе обычные люди, они не могут развить сознание, а только могут потерять это сознание. Много раз я говорил уже об этом. И вот, когда Видура пришел, Видура, он был настоящим саду, великим саду, самосознавший себя душой. И ночью, когда он пришел к своему старшему брату и напомнил ему, что ты,
как тебе не стыдно, что ты живешь здесь, в доме Панчапандавов. Это ты хотел убить их. Ты хотел поджечь их, сжечь заживо в их доме. Ты хотел отравить их. Ты хотел отправить их в ссылку, чтобы принести как можно больше проблем им. И сейчас ты живешь в их доме, отдыхаешь, наслаждаешься жизнью. И ешь еду Бхимы, которого ты хотел убить. Как тебе не стыдно, ты ешь эту еду, как собака. Он напомнил ему такими словами. Ты ешь хлеб, как подобно собаке. Ты подобен собаке, которая живет у хозяев, может. И тебе должно быть стыдно за такую жизнь, и ты не видишь, что смерть стоит за тобой, и в любой момент ты можешь умереть. И Видура, он был самосознавший себя душой. И одно слово и зашедшее из уст великого саду, таких как Шрила Прабхупад или Бхактинод Такур, он, это и слова Видура, они произвели большое впечатление на Видуру. Точнее, не на Видуру, а на Дритараштра. И этот Дритараштра решил в эту же ночь оставить то место, где он жил, и отправиться искать решение для своей жизни. И он отправился в Гималаи и сконцентрировался на поиске самого себя. Он так занимался медитацией. И через 7 дней он ушел, сжег себя в огне. То есть он сам сжегся в йогическом огне, сгорел. И вот если Шрила Прабхупад или другие великие саду, их речь, она может произвести на нас неизгладимое впечатление. Можно вспомнить, когда Шрила Прабхупад, он сказал Шриле Прабхупаде вместо него говорить Харикатху, он какое-то время в Пурушоттамдхаме, и когда он приехал, он смотрит, людей уже гораздо меньше приходит. Сначала он не придал этому значения, но потом сказал, что пускай он еще один день говорит, а потом он начнет. И в этот день Шрила Бхактивинода Тхакур, он слушал то, о чем он говорит, и понял. И сказал: теперь я знаю, почему людей стало так мало, и это причина. Ты говоришь об абсолютной истине, и это для обычных людей это практически невозможно принять и понять ее. И в то время, вот один саньяси, который приходил сюда, он тоже сказал, что очень редко кто может принять вашу харикатху. И это очень редко, очень мало кто может принять и осознать. Поскольку я не говорю ничего о себе, говорю о Шриле Прабхупаде, о Бхактивинода Тхакуре, о Гурварге. И вот сатсанга, она очень важна. Почему я говорю так? И вот почему я говорю об этом, чтобы рассказать предысторию, как Калия смог обрести даршан Кришны, что он делал в прошлом, чтобы получить такую великую возможность обрести даршан Кришны, поскольку давно, очень давно, 27-я манватара, когда кончилась, 28-я началась, то Кришна явился, и потом Гауранга явился. Но Шобари Муни, он жил в 24-й манвантаре, точнее,
в 24-й югу, точнее, он жил. Даже чуть раньше, где, когда был этот мандат, это очень, очень давно было. И вот сейчас суть в том, что без сатсанги у нас нету пути, нет другого пути, кроме сатсанги. И о значении Бхагаватам я хочу привести слова Шрилы Прабхупады. И вот Махарадж, что говорит, что найти преданных, которые могут сидеть 3-4 часа и непрерывно слушать Харикатху, это только во Вриндаване можно найти таких преданных. И вот Махарадж иногда говорит на Враджавасе, и вот чтобы дать вам некое представление о том, куда вы, чего вы должны достичь. То есть не так просто осознать настроение Враджаваси. И вот однажды, когда Шрила Прабхупад был в Сичитане Матхе, он дал наставление Бхакти Вивек Бхарати Махараджа. И вот он сказал пойти и говорить Харикатху. И вот он каждый день по вечернее время говорил Харикатху какое-то время. И Шрила Прабхупад пришел в библиотеку и спросил, Бхакти Вивек Бхарати Махарадж уехал ли? Да, уехал. И какие книги он с собой взял для проповеди? Он взял Бхагаватам. И вот сказали, что он взял только Бхагаватам с собой. И это наша обязанность проповедовать великолепие милости Шри Чайтанья Махапрабху. И он должен был с собой взять Шри Чайтанья Чайтамриту или Чайтанья Бхагавату. Почему он взял только Бхагаватам? Мы можем обрести милость Кришны через милость Гауранги Махапрабху. Я уже говорил, обрести милость Кришны значит обрести милость Радхарани. Если мы не понимаем значение Радхарани, то какую славу Кришне мы можем услышать? Вся слава на у лотосных стоп Радхарани, и поэтому мы с помощью Радхарани можем прославлять Кришну. Я много раз уже говорил такие слова. You can understand the glory of Radharani, you can understand, then you can understand the glory of Krishna. And this Bhagavatam, и это Бхагаватам, как я могу говорить о Бхагаватам, не должно быть стыдно, и, поскольку у меня нет качеств. Когда Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами говорил, о царе, это Бхагаватам, это не что иное, как сам Шри Кришна. О царе, Сакшат Кришна Эвахи. У нас есть вся возможность неправильно понять. Каждую часть секунды у нас есть возможность неправильно понять, если мы сами будем читать Бхагаватам без руководства Гуру Вайшнава. Очень легко это сделать. И Шрила Прабхупад говорит, даже если у вас есть какие-то обычные материальные представления о Балялиле Кришне, это очень опасно. Это большая проблема. Если кто-то живет во Вриндаване, Шри Чайтанья Махапрабху говорил, нет, можно пойти во Вриндаван, получить даршан и вернуться назад.
Можно и поехать во Вриндаван, но жить там не нужно. Можно получить даршан и быстро вернуться назад. Если мы едем во Вриндаван, то не следует залезать на Говардхан и принимать омовение в Радакунде. Мы с материальными представлениями едем во Вриндаван, покупаем Бхагаватам там где-нибудь. Но мы не знаем, что каждая пылинка Вриндавана, она трансцендентна, она гораздо, гораздо лучше нас, падших душ. Даже каждая пылинка Вриндавана и горки Шурдас Бауджи Махарадж хотела сказать нам об этом. А если мы не слышали об этом, то что мы можем сказать о славе Навадипы и Вриндавана? Какие-то так называемые преданные однажды приехали к горке Шурдас Бабаджи Махараджу, поклонились и сказали: «О, Бабаджи Махарадж, я вот купил две сотки земли в Навадвипе», а Бабаджи Махарадж засмеялся: «Как это возможно, ты купил две коты земли?» Кота — это чуть меньше сотки. Когда даже Брама не может обрести пылинку с этой земли, откуда ты столько денег набрал? И вот даже пылинка Брама и Брама Шанкар, они не могут обрести пылинку с этой земли, а ты говоришь, что две коты земли купил. Как это возможно? Я удивляюсь. И вот Агбхаватса тоже говорил так. Когда вот так Бхагаватса говорил Санатане, что хочет ему как-то послужить, то Санатан сказал: «Хорошо, вот и почини ступеньку там у Ямуны, где я хожу, беру воду каждый день. Иди, иди, почини». А этот так Бхагаватса, он был императором, почувствовал себя оскорбленным. «Я великий царь, а он дал мне такое простое служение, почини ступеньку». И Санатан Гасай, он понял, что у него есть какое-то ложное эго, и показал: «Вот та ступенька». И когда Санатан Гасай показал на нее, о Агбхаватса, он, этот царь, он сошел с ума, он увидел красоту Вриндавана. Он увидел все величие, великолепие Вриндавана и сказал: «О Гасай, прости меня, у меня нет способности, я не могу починить ту ступеньку, поскольку те бриллианты, которые украшают ее, чтобы купить хотя бы один бриллиант, мне нужно будет продать все царство. Я прошу прощения, у меня было ложное эго, я не могу служить Вриндавану и тебе». И вот если материальная концепция, материальное тело, у нас есть такое материалистическое видение себя и всего остального, то мы не можем служить Вриндавану, Навадвипе, Саду, Гуру, Вайшнавам и Гуранге, и Нитянанде, и Рада Кришне. С таким материальным умом, материальными идеями это невозможно. И вы уже знаете, что Бхагаван не может простить нам. Дама, она может простить. Дама — это Баладев Татва. Дама — это Нитянанда, что Верховный Господь не может простить нам. Дама, она может это сделать, но все же Ашвадхама, он до сих пор не получил милость. До сих пор кто-то может видеть, что Ашвадхама, он страдает от своей проказы и плачет. Какие-то люди пытаются увидеть Ашвадхаму, но не все видят. Still he is not getting any excuse. Why? He had to wait further, more. Because they have done personal.
А почему он так страдает? Потому что совершил вайшнава апарадху. А вот Гопал Чипал, почему он получил такое наказание, поскольку он совершил оскорбление в адрес вайшнава, и Махапрабху сказал, то, что ты страдаешь в этой жизни, это ничто, жизнь за жизнью, рождение за рождением, ты будешь страдать в будущем. Те, кто совершает оскорбление гуру и вайшнава моим преданным, их состояние будет такое же, как и у тебя. Я не могу простить этого. И долгое время он молился, и сочетание Махапрабху сказал, что если Шивас простит тебя, то тогда ты избавишься от этого проклятия. И вот мой вопрос в том, как Кали, у нас должен быть вопрос. То есть мы должны были задать этот вопрос. Если Кришна не может простить что-то, то Дама может простить. И сейчас я уже сказал, что Калия был в этом озере во Вриндаване долгое время, но почему Калия милости никакой не получил? Это главный вопрос. Калия до сих пор не получил милости, не только это, много времени прошло. Он жил под водой в этом озере Ямуны во Вриндаване вместе Лила Шри Кришны, Лила Кшетри. Но у него было материальное представление обо всем. И не только это, его сердце было очень жестко. Если мы совершаем оскорбление, то наше сердце станет очень жестким. И вот если мы совершим любое оскорбление в адрес Намы, Дамы, всего, что связано с Господом, Его спутников, Бхагаватам, то мы станем материалистами. Как это понять? Если мы станем материалистами, то мы обнаружим, что день за днем наше сознание падает. И это главный признак. Можно посмотреть на себя, что если мы день за днем теряем сознание, харинам не повторяется, и харикатху не хотим слушать, как раньше. Вот раньше было сильное желание к слушанию харикатхи, а сейчас и мы теряем его, то наверняка вы совершили какое-то оскорбление и должны думать снова и снова. И искупить эти все оскорбления с анардхами мы можем совершать харибаджан. Это невозможно, еще можно, но мы должны пытаться избавиться от всех анардх и аппаратов, чтобы возвыситься на тот уровень, на котором мы можем хотя бы понять, что такое харибаджан, и начать настоящий харибаджан. И вот мы хотя бы должны возвыситься на тот уровень, на котором мы можем осознать значение харибаджана. Если мы полностью предались гуру вайшнавам, у нас нет никаких личных корыстных интересов, и тогда можно сказать, что мы шаранагата, то, что мы предались лотосным стопам чистых гуру вайшнавов. И вот люди, они бегают там и здесь, но те, кто не утвердился в адвагьян-татве, что они могут сделать? До тех пор, пока они не утвердились в адвагьян-татве, они не могут совершать настоящий харибаджан, они не должны проповедовать. Почему так много проблем во всем мире происходит? Поскольку те, кто не утвердились в адвагьян-татве, но они ездят в другие страны под именем проповеди, и в этом главная проблема. Адвагьян-татва значит, что весь день
каждую часть секунды, если мы, куда бы мы ни смотрели, мы будем видеть одну единую татву. Это назовется Адвайтин татвы. Мы можем обнаружить, что есть одна единая татва, Адвайтин татва, и нет ничего иного. Все планеты, звезды, все живые существа, они, это все проявление той самой Адвайтин татвы, которая отлична и в то же самое время не отлична от Шри Кришны. И до тех пор, пока мы не утвердимся в этой Адвайтин татве, это моя просьба к вашим, к вам, не проповедуйте до тех пор, поскольку вы можете совершить ошибку. Может, вы какой-то духовный лидер, но вы вскоре окажетесь в проблемах, и всех ваших последователей тоже они будут в каких-то проблемах. Это Сиддханта Адвайтин татва. И вот до тех пор, и вот дама — это Баладев татва, и так или иначе Калинак, он жил в даме уже во Вриндаване. Но не по своему желанию, просто ему жить негде было. Это было единственное место, где Гаруда не мог его убить. И вот он не пришел во Вриндаван, поскольку это Вриндаван, а просто жить негде было. И вот, чтобы спастись от Гаруды, он туда попал. И вот многие люди, они ездят во Вриндаван, но не все могут его видеть. Мы должны видеть Вриндаван своим сердцем. И вот вчера я уже говорил об этом, что те преданные, особенно для них, особое наставление Санатана и Госвами Вишванати Хачакравати, что мир полон проблем. И во Вриндаване, если у нас есть возможность совершать парикраму под руководством чистого Гуру Вайшнава, если у нас есть такая способность, поскольку Вриндаван, куда бы мы ни ехали, мы не можем сломать никакое дерево, плевать тоже нельзя никуда. Испражняться тоже нехорошо, поскольку все эти живые существа, все, что есть во Вриндаване, это муни риши. С материальным видением, если мы отправляемся во Вриндаван, то ничего хорошего нет. Навадвипа дама, она более милостива, но поэтому Махапрабху сказал тем преданным, которые хотели пойти во Вриндаван, чтобы они пошли и быстро вернулись. А жить он никому не рекомендовал там. И поэтому я сказал, Пурушоттам дама — это наивысшая расакшатра, Мадхурия расакшатра. Никто не может понять этого, поскольку Бхактивинода Тхакур это показал. Многие думают, что Вриндаван, но Вриндаван — да, но Пурушоттам дама, Нилачал дама — это наивысшая. Это наивысшая расапитх, Мадхурия расапитх, поскольку сочетание Махапрабху каждую часть секунды. Он хотел показать нам, что вот такое настроение должно быть у Рагануга Бхакты каждую часть секунды. И если мы не сможем следовать сочетанию Махапрабху, то тогда мы никогда не сможем стать успешными в нашей жизни. И такова Сиддханта, чтобы показать нам идеальный пример баджана, что делать, когда и как. Махапрабху каждым своим шагом он дает нам пример. Если мы следуем сочетанию Махапрабху полностью, то у нас не будет возможности совершить ошибки, но мы
совершаем. А почему? Поскольку мы не заинтересованы в баджане. И поскольку мы не понимаем, что такое настоящий баджан, из-за недостатка нашей искренности такое случается. There is crores of throne there. You go to Vrindavan, the Rupari Kamal. Во Вриндаване, например, тысячи колючек. Парикаму нужно проходить босиком. Но там часто бывает так, что куда ни наступишь, одни колючки. I wanted to give you some indication that you this way will have to get accustomed with Brajama or Brajavasis, you know, those Brajavas, I mean, those are coward boys this way. Many times it happened so. One Lali, small, like Radharani, and, you know, in temple, taking some prasad with him. As I'm sannyasi. He coming and give me. Then I think he's the keeper of Radharani. One day it was full fever. Never in my parikrama there was any problem. Вот однажды Махарадж совершал парикраму, но по милости Гурудева никаких проблем не было, но в тот день у него лихорадка какая-то случилась, температура. Следующий день после Экадыши был в одном месте рядом с Келанваном и на месте Асы Баладева на берегу Ямуны. И вот Махарадж думал, что парана скоро подходит к концу, нечем было паран прервать. И вот Махарадж подумал, можно попросить подаяние в каком-то доме браманов. И вот Махарадж подумал, что я вот пойду в один дом и посмотрю, что случится. И вот Махарадж постучался, открыл дверь, открыли, там какая-то маленькая девочка была, похожа на Радхарани. Я удивился, он спросил о баба, что вам надо. А я попросил, два дыша нужно чем-то паран провести, просад принять какой-то. И вот она дала мне чапати с этим сабжа. И сказала, что побольше съешь, два чапати, мало ешь, сколько хочешь. And there was nobody, only the Radharani. Door is open. She is giving prasad. И вот эта девочка мне дала прасад и пропала куда-то. Я был очень доволен. То есть она, эта девушка была очень похожа на Радхарани. Я был очень вдохновлен. И вот, чтобы дать вам пример, чтобы вы почувствовали вдохновение. Not that out of your man, out of your money, but we can fly to Delhi and go to can do it. But I mean to say, we have to suffer, take То есть Махарадж говорит, что по Вриндаване много всяких трудностей, и мы и наши органы чувств, они должны совершенно находиться в нашем контроле, что мы находимся в Дхаме Радхарани, никаких ошибок во Вриндаване, чтобы мы не совершали. What to speak about pragita karma, material karma? No smell of karma should be there. No desire. Except that love for Krishna, Vrajavasis. That is the system. So you see, there is some system. И вот есть система, которую мы должны следовать, но в этой Гурадхаме у нас могут быть преимущества, нету таких строгих ограничений, как во Вриндаване.
но все же есть какие-то ограничения, но не столь строгие. Поскольку там Радхарани не может потерпеть никаких ошибок. Радхарани очень милостива, конечно, но Радхарани не может потерпеть никаких ошибок в служении ее господина, поскольку Радхарани, она очень искренняя насчет служения ее Прананатху Кришне, и поэтому никаких ошибок она не может потерпеть в, относительно служения ему. В Навадвипе мы можем совершать какие-то ошибки, можем их исправить по милости саду, гуру, вайшнаву. Но все же есть правила и предписания, с каким умонастроением мы должны находиться в Навадвипе. От Горки Шарадас Бабаджи Махараджа, от Бхактивинода Такура это можно узнать. От Шрилы Прабхупады. И вот сатсанга она должна быть у нас. Без сатсанги нет другого пути. И вот сейчас я хочу сказать, в тот день я был вынужден сказать, что есть бесчисленные эти колючки и опасности на поле враджа, куда бы мы ни наступали, там вот много колючек. И вот если мы наступили на колючку, нужно сесть и куда-то и вытащить ее, соответственно. И иногда в конце картика погода очень холодная становится. И вот если босиком ходить, то достаточно холодно. И вот я уже рассказывал вчера, как в Раджавасе они нашли Кришну, они увидели его след и также во всем обществе, в ведической культуре есть бесчисленные примеры, привлекательные какие-то вещи, которые привлекают нас и не дают продвигаться дальше. И потом, каково состояние в Раджавасе, я уже объяснил вам. И вот я хочу вернуться к Кали, каково было его сукрити, как для него было возможно, что он вообще пришел во Вриндаван и жил там, и почему милость он не получил до тех пор, хотя все жены Кали, они были преданными, они как-то пытались служить Кришне, воспевали славу Кришны, а их муж не был заинтересован в этом. И жены Кали, они воспевали его славу, совершали какое-то служение, а Кали был, сам не был заинтересован, поскольку он оскорбление совершал. Если у нас нет оскорбления, это хорошо, если есть, то не очень. Кришна нам, он может дать нам прямо, что говорить о Кришна наме. Даже Намабас, он может даровать нам великолепный успех.
о Кришнанам, что говорить о настоящем Кришнанаме. Просто Намабас, тень святого имени, оно может освободить нас от всех проблем, от, давать нам освобождение от всех материальных проблем. Но это не значит, что мы бхакти получим. Infinite period you are doing different kind of sinful activities. If you can speak Krishna, not actual Krishna. И вот если кто-то совершает много грехов, но однажды произнесет имя Кришна, то если никаких оскорблений он не совершал, то его сердце будет очищено. И таким образом Намабас, он может спасти от всех этих грехов, а от нас, если мы повторяем настоящий харинам, то мы обретем прему. И поэтому говорится, что Кришна нам, когда мы повторяем, то считаются оскорбления. Если мы совершаем, то Кришна нам не явится до тех пор, пока мы не избавимся от всех аппаратов. Но горы Кришна, но именно Гуранги и Нитянанды, горы Нитянанды, они не считают оскорблений. Если мы будем повторять их имена, горы Нитая, то мы получим их милость. И вот из-за оскорблений Кали находился со своими женами долгое время во Вриндавандаме, внутри воды Ямоны, но его сердце не изменилось, что говорит о том, что он жил в Даме. Когда Бхагаван Си Кришна не уже сказал, что Кришна Кришна позволил даже обвить себя, и вот Кали обвил Кришну своим змеиным телом и думал, что он очень могуществен, и через 48 минут Кришна посмотрел, что случилось с Враджаваси, и Баладев тоже просил Кришну в уме, чтобы он прекратил, и спросил: «О Кришна, ты спишь долгое время на Ананта Шеше, но никогда я не видел, чтобы ты играл со мной. А сейчас ты играешь с какой-то обычной змеей, ты должен остановить это, смотри, что случилось в Раджавасе. Они сейчас умрут от волнения». И тогда по просьбе Баладева Кришна, находящийся в этом обвитый Кали, он и тогда Кришна хотел сказать: долгое время я даровал, у тебя была возможность. Ты хотел меня как-то побеспокоить, но сейчас мое время пришло. Если я накажу тебя сейчас, никто не будет возражать, как Бали Махарадж. Он был связан с змеями в то время. Все приходили и просили Верховному Господу: «Господь, это нехорошо, ты уже, он уже дал тебе все, ты должен быть доволен». И Бхагаван засмеялся. И здесь Бхагаван Шри Кришна ну то есть это так случилось, чтобы никто не думал, за что же Калию наказали. То есть тут явно видно, за что.
И вот Кришна, почему он настолько милостив, что дает, наказывает Кали и показывает, за что именно. Кришна, он сначала совершает лилу, это то есть он показывает, по какой причине он наказывает Калию. И вот Кали, когда вышел из воды, посмотреть, кто же там его беспокоит. Но вместе с Кали его жены были, они все тоже вышли из воды и посмотреть, что там происходит. И когда они пришли, они увидели, что их поклоняемый Господь Кришна. И вот когда они увидели, что Кали очень жесток, что очень жестко-сердечный, что он хотел укусить Кришну, они подумали, нет, мы не можем сейчас к Кришне подойти, мы тут издалека будем молиться ему для того, чтобы он исправил нашего мужа. И вот они были под водой и смотрели на эту лилу и молились Господу, чтобы он помог их мужу исправиться. Они молились, что «О Господь, я не знаю, какова наша великая удача, ты пришел в то самое озеро, где мы долгое время живем. Мы молились твоим лотосным стопам, если наш муж лишен бхакти, как мы можем наслаждаться своей жизнью? О Господь, мы пытаемся совершать какую-то практику преданности, но этот Кали, он с нами не кооперируется. И вот, о Господь, сегодня у нас великая надежда, попробуй исправить его разум, сделай его преданным, и тогда мы можем получить надежду служить всей семьей. Сейчас кто-то может возразить, что за сказки рассказывают жены Кали. И однажды в детстве в газете читал нашли какого-то существо, оно наполовину рыба, наполовину женщина. Ну, где-то в Индии нашли, поймали такого получеловека, полурыбу. Потом еще кого-то нашли. И вот жены Кали, они из-под воды молились Кришне таким образом. И Кришна слышал это.
Кришна, Он понимает и все языки, все намерения всех живых существ. Даже птицы и звери, они... Они могут, Кришна, Он может понимать язык всех этих живых существ, поскольку Он параматма, пребывающий в каждом сердце. Кришна, Он вездесущ. Даже если мы слепые и глухи, то все равно сердце, Кришна поймет желание нашего сердца. Я вчера уже говорил о том, что в Кришна Бхаджане, чтобы служить Кришне, нужна одна вещь. И вот нужна огромная любовь к Кришне. Кришна Дасгараж Госвами приводит такое условия, чтобы служить Нанда-Нандану Шри Кришне, смотрите, какому именно Кришне. Нанда-Нандану Кришне, чтобы ему служить, нам одно качество нужно. Это должна у нас быть огромная любовь к нему, и тогда Кришна примет наше служение. Но мы не можем надеяться, что Нарисимхадев примет наше служение, но вот Нанда-Нандана Кришна, Он примет. И вот смотрите, Хираньякашипу, он жил вместе с Прахлад Махараджем, но никакое бхакти он не обрел. Но Бали Махарадж, он обрел общение с Прахлад Махараджем и стал преданным. И поэтому Бали Махарадж, он также стал одним из 12 махаджан великих душ. И вот Бали Махарадж, он общался с Прахлад Махараджем, и поэтому он обрел бхакти. И сейчас у этих Махарадж рассказывает о женах брахманов, которые игнорировали, точнее брахманы. Они занимались ягами в честь Кришны, совершали какие-то аскезы, предлагали Кришне различные подношения в своих ягьях. Вот сваха значит шакти, энергия. Если любое подношение в яге, какое мы совершаем, то огонь он берет это через свою шакти, через свою силу, она доносит до тех, кому это предназначается. Вот что-то Индри, например, что-то еще кому-то, что-то еще. И вот огонь так действует в качестве слуги, который доносит подношение до адресата. И вот эти жены брахманов были заняты, брахманы были заняты этим огненным жертвоприношением, но когда Кришна послал своих друзей, чтобы они что-то принесли, сказали, скажите, что Кришна просил что-то дать нам, и вот они пришли к брахманам, говорят, о брахманы, мы посланы Кришной, а кто такой Кришна вообще? И вот они сделали, что не заметили, и продолжили свою ягью, и эти пастушки вернулись, сказали, что мы им говорили, но они нас не заметили. Но мы идите к их женам тогда. Ну, то же самое случится. Нет, идите. И вот они пошли к женам брахманов и говорят, о, жены брахманов. И вот они рассказали просьбу Кришны Баларама, что они голодны. Вот тут неподалеку и послали нас, чтобы вы дали нам какой-то просад.
эти жены браманов, когда услышали имя Кришны и побежали, взяли все, что было, и собрали огромную посылку и спросили, где Кришна, мы сейчас отнесем все. А почему? Поскольку у них была возможность, какая возможность, сатсанге. Была там Малини, она была преданной, она каждый день воспевала славу Кришны. Она собирала там цветы с их садов, ну, из леса, и продавала на рынке. И вот она проходила мимо их домов и воспевала славу Кришне, а Кришна, они это слушали. И поэтому их сердца изменились. А вот в случае с Кали, он жил с своими женами, которые были преданными, но сердце его не изменилось, поскольку он совершил оскорбление в адрес Гаруды Бхагавана. И вот все жены Кали, они молятся Кришне, чтобы Кришна изменил его умонастроение. И вот Баладев, он остановил Вражавасиш от того, чтобы они прыгнули в это озеро. И вот он явил себя в различных формах и остановил Вражавасиш, чтобы они не прыгали, сказал, подождите. Но здесь говорится одно. Таким образом, Кришна сказал, вот теперь я получил доказательство того, что я сердце и душа всех в Раджавасе. Вот все их дети, жены, все остальные, вся Гакула, они в океане беспокойств. Они не могли потерпеть, что со мной случилась такая трудность, и все они пришли беспокоиться за меня. И для меня это игра, но это лила, эта игра, она приносит боль в Вражавасе, они беспокоятся за меня. И из-за меня они страдают, они плачут, они на волоске от смерти, я не должен ждать дальше. И вот, узнав об этом, и вот здесь говорится, что как узнав о этой всей ситуации, как обычный ребенок, и вот в одну мухурту, в эти 48 минут, Кришна освободился от колец Кали. То есть сначала Кришна позволил Кали окутать себя его своим телом, а потом Кришна, когда начал увеличиваться, то Кали, он не смог его сдерживать, и он сразу развязал его. И подумал, что от такой силы его разорвет просто, поэтому он ослабил хватку и отпустил его. И
после этого Кришна показал в Раджавасе, что смотрите, я вырвался из его хватки, и не переживайте. И вот в Раджавасе они с облегчением вздохнули, что Кришна освободился от этой змеи. Может, Кришна нам живым достанется. Хотя до этого Баладев предупредил всех, что нет никакой опасности. Все же, когда Кали, Кришна освободился от Кали, но Кали, он очень зол был, его глаза сияли, как огонь. Кришна, он, то, что вырвался из его хватки, это только разозлило Кали. И вот с горящими глазами, он хотел укусить Кришну, он вроде его кусал, но еще раз хотел. Вот Кали отдышаться пытался и смотрел на своего врага Кришну. Он думал, что Кришна его враг, хотя Кришна, он сердце всех сердец, но он на него с другим мнением глядел. И вот из рта Кали яд выходил, и что случилось? Он смотрел на Кришну. Любой, кто в этом бесконечном мире увидит Господа Хари, они упадут от восторга. Они будут очарованы этим прекрасным даршаном. Но Кали, он был настолько бессердечен, что, увидев Кришну, так, получив такой неожиданный, удивительный даршан, то Кали не мог изменить свое сердце, поскольку он, его сердце было полно ложного эго и анартхи. Он считал себя делающим, он хотел убить Кришну. Он не мог избавиться от такой тамагуны. И что Кали сделал, посмотрев на Кришну? Swam Twam Jivaya Dishkhaya Parilelihanam De Sikni Hi Ati Karalo Vishagani Rishtim Kiran Kiran Amum Parisasaro Yatha Khagendo Babhramo So Opi Avasaram Prasamikshamana. Each and everybody may explain, it will take 2-3 months. So we cannot do well. So he keeps me, Maharaj, when it can finish me, he like to jump into Rasatattva. I know some idiot people. He says, I know. Now you see, so anyway, Twam Jivam Dishukhayam, you know the tongue of any snake is bifurcated. И вот язык любой змеи, он надвое разделен. А почему так? Это долгая история. Jib coming out is like this, two fingers. Doing this. Looking, Ati Karavan, Vishagri Dushtim. Dushti is very, very fiery. My fire. And Krishna now playing like Khagaraj. Khagaraj means Garur. Krishna flying here and there. И вот Кришна, он начал летать вокруг Кришны. Кали, он died when Krishna inviting his body. By chance he lived Krishna.
И вот когда Кришна увеличился, Кали чуть не разорвало, он был вынужден отпустить его. И вот Кали, Кришна начал летать вокруг него, и Кали пытался как-то его укусить. И говорится, и вот, но Кришна убегал от него. И вот Кали выжидал момент, чтобы напасть на Кришну, но Кришна уворачивался всегда. И таким образом, через какое-то время Кали уже он устал. Not totally tired, but losing energy anyhow. Losing energy, great energy spent already. Now still is very angry. He's going to soak and some of his power. He like to soak Krishna. I can see what a man you are like, but he is not man. Come on, he is Supreme Lord Krishna. So evam pari brahma hatoya saha munyatam. Амсам анамьо таппиту сира ша адхирур адьяха. Very careful. Now we have. Evam pari brahma hato yasaha. When Krishna going to и вот когда Кришна убегал от Кришны, точнее, Кришна убегал от Кали, и вот Кали пытался его ужалить, и выдохся. И вот Кришна, он схватил его за голову, опустил ее и запрыгнул к нему на голову. И вот Кришна специально запрыгнул к нему на одну из его голов. Вот слово «адья», что значит здесь? И вот это слово «адья» значит изначальная причина всего творения. Каждое слово здесь полно значения. Если мы будем слушать Бхагаватам, если досконально изучать его, то это как минимум 12 лет займет на изучение всего Шримад Бхагаватам. И то этого мало будет. И вот таким образом. Somewhere it is written thousands of hoods, main hundred hoods in front, and up and down there is many hoods. So Prithu, Shira, Prithu Shira, the main hood, Shira, head, jump, Krishna, up, Adhirudha, Adhyaha, Adhya mean that Parakpa, Akhileshwar, Bhagavan, Sri Krishna, King, joy. After that it is written, и
и вот после, говорится, после того, как Кришна забрался на голову Кали, что он там делал? You can read properly, and try to follow pronunciation. Tan mudra ratna nikaro sparsati tamro param bhujo akhir kaladhi gurur namartaha. Namartaha. No, Vishwarupa is not there. Namartaha. Namartaha. So what is the meaning? И каково значение этой шлоки, что на каждом капюшоне, на каждой голове был драгоценный камень, Шарпамани назывался. Вот на, поскольку в Сати Накшатре а вот происходит, что жемчужины растут в этих раковинах. Если это с этой накшатра-титхи это вещество какое-то попадает на голову змеи, то на голове змеи тоже растет такое что-то, нечто похожее на жемчужину. И она более ядовитой становится. И Кали не был обычной змеей. Смотрите, как долго он жил, это явно необычная змея. И на каждой голове Кали был, на каждом капюшоне был, был драгоценный камень. И Ашватхама, когда он родился, у него на лбу был тоже драгоценный камень. И этот Арджуна, он забрал, отрезал этот драгоценный камень и выкинул его. Убивать его нельзя было, поскольку он браман был. Браманов нельзя убивать, хотя он низкокастовый браман был, не такой, как сказать, не... Вот такой паршивенький браман, но таких все равно нельзя убивать, его можно выгнать из общества, если какого-то уважаемого общества лишить уважения, он будет как бы такой полумертвый, как Чанакья, какой-то Нандарадж оскорбил. Чанакья открыл свою шику, шика у него длинная была у Чанакьи пандита. И вот он, и когда царь оскорбил его, он развязал свою шику, и шика, она была подобна змее. И сказал, я уничтожу Нандавамшу, будь уверен. И вот он пообещал и ушел, и с тех пор Чанакья пандит не завязывал свою шику. И когда он уничтожил всю эту династию этого царя, то только потом завязал. И Драупади также, она с распущенными волосами всегда ходила. Это до тех пор, пока Душасан был там, как Дурьотхан пока там был, она волосы не завязывала. А вот Арджуна пообещал, что он сломает бедро Душасаны, и
и кровь заберет и принесет этой Драупаде в качестве искупления, поскольку она была, он, этот демон оскорбил ее, она была подобна Лакшми. Даже Кришна думал, что она мой друг Сакхи. Кришна очень уважал ее, а этот демон оскорбил, и поэтому он получил такое наказание. И также Ашватхама, он был оскорблен таким образом, и этот камень был отнят от него. А когда солнце восходит, то что будет? Если у нас будет такой камень, как Кахину, как-то так называли, вот эти англичане его украли. Они когда захватили Индию, то грабили ее, очень много увезли, вывезли из Индии. Но под видом администрации они все много вывезли чего из Индии. И писания, которые были записаны Муниришина на пальмовых листах, они тоже были вывезены. И какой-то очень драгоценный бриллиант, его тоже вывезли. Кахинур звали это, было собственность в Индии, пока англичане не украли. Но смотрите, когда солнце восходит и попадает, случай попадает в такой бриллиант, то что случается? И он будет переломляться различными цветами и сиять. И вот смотрите, что с Кали случилось. И на головах Кали Кришна прыгал с одной на другую. И что случилось? И Кали не мог видеть, что происходит, но он был слаб уже, но все же достаточно силен. И вот Кришна начал танцевать на его головах. И свет попадал на камни в головах Кали, и потом освещал лотосные стопы Шри Кришны. Было очень красиво. И вот переломленный свет, он отражал стопы Кришны, когда он танцевал на его головах. У Кали не было возможности, хотел, не мог его скинуть со своих голов. Но Кришна, когда танцевал с вами, своими пятками давил на Кали, и он танцевал, как ветер. Даже Шанкар и Брама, они были удивлены. Шанкар говорил, я знаю много видов танца, но такого не видел, как Шанкар Бхагаван. Он поет и танцует очень прекрасно. Но Шанкар Бхагаван, он иногда очень прекрасно поет. Шри Чайтанья Махапрабху еще более великолепно. В этом материальном мире мы не можем найти подобного звука, как... И вот Кришна... This kala, I am singing.
И многие преданные, они достигли Кришны воспеванием Его имен, Его славы. Вот был Сурьядас во время Кришны, когда был Шринаджи Гопал. Он каждый день ходил. И вот этот преданный был слеп, но все равно каждый день, несмотря на плохую погоду, даже он сидел и совершал киртаны. Гопал приходил, сидел рядом и слушал. Может, не все могут поверить, но сам Гопал приходил к этому, к нему и слушал его киртаны. Так много преданных во Вриндаване, я могу показать те места, даже Кришна физически приходил, чтобы соревноваться с Говиндой. Был один преданный, его Говинда звали, вот он соревновался с Кришной. Кришна пел одну песню в каком-то одном этом, в одной раге. I know something by the mercy of aunt, auntie, and they used to sing their culture. I have some idea about it. They used to arrange big sabha where they doing tumri, khyal at the time of Saraswati we are into do. So I am habituated to hear that much, nothing else. So they actually, what I wanted to speak, they are Krishna in competition. И вот такие некоторые преданные, они соревновались с Кришной с помощью своего прекрасного пения. Кришна привлекся, и Кришна был вынужден признать, что они победили его. Вот это во Вриндаване где-то находится. Махарадж может показать то место. И Кришна даже соревновался с Радхарани в пении, но Радхарани победила. Это один из видов садханы. Практический пример я могу привести. Один человек в Харьяне живет, и он день и ночь. Работы не было у него. Он А вот этот человек был очень любил музыку, весь день пел, тренировался, но ничего не делал, просто сидел, тренировался в пении. И вот родители в очередной раз его побили, он выгнали из дома, он как-то во Вриндаван попал и на берегу Сарасвати сидел и плакал. Это давно было, достаточно лет 200 назад. Я слышал от какого-то уважаемого человека, и вот этот человек сидел и тренировался в пении, и однажды утром начал петь, и таким образом, что выглядело, что сам Шанкар пришел, поскольку Сарасвати была очень довольна его бесчисленными попытками и благословила его на хорошее пение. И вот он начал хорошо петь, и ведь Вриндаван был удивлен, кто же так хорошо поет. И по милости Кришны, или Радхарани, или Сарасвати, что невозможно, все возможно. По милости Сарасвати, материальной Сарасвати, это было возможно для Калидаса стать пандитом. Раньше он был глупцом.
он был очень большим глупцом. Куда бы его ни шел, его выгоняли за безграмотность. И однажды он сидел на берегу какой-то реки и плакал, смотрел, какие-то матаджи приходили, собирали воду с водопада, с этого водопада, и вот на дне этой реки, где был водопад, то поскольку они находились под водопадом в этом течении, эти камни, они округлялись. И вот он подумал, если под влиянием воды камни могут стать круглыми, а почему я не могу? И вот он начал совершать аскезы, потом Сарасвати стала довольна им и благословила его. И он стал лучшим падитом в материальном мире. Не в духовном, а в материальном. И в Чайтамрите тоже можно найти. Дигвиджай Пандит. И вот Дигвиджай Пандит получил милость Сарасвати. И он не писал что-то, на ходу сочинял, подобно ветру. И Равана тоже был пандитом, у него не было бхакти, но стихи он сочинял великолепно. И каждый день не писал, а сочинял новое арате для Шивы. Еще сын Ванасура был какой-то, он, у него было 1000 рук. А он тоже в этом участвовал, в этом арате, который сочинял Равана каждый день. По милости Кришны, Гурудева, Шрилы Прабхупады, Радхарани, все возможно. И вот они начали танцевать. И вот, то есть Кришна начал там танцевать. Настолько прекрасно. Даже Шанкар, и он пришел посмотреть, что происходит. Вот в Джугалгите, которая в Кокилаване происходит, когда Кришна он пел там что-то, то Шива и Брама, они пришли, чтобы посмотреть. И вот. И вот даже полубоги пришли посмотреть на то, что происходит, и как опознать полубогов, если вы какие-то полубоги к вам придут, то как определить, что это полубоги? Можно увидеть, что их ноги никогда не прикасаются к полу, к земле, они как бы летают. И вот все полубоги пришли, чтобы посмотреть на такой танец Кришны. Они никогда не видели ничего подобного. И в то же самое время, когда Кришна танцевал, он за часть секунды он перепрыгивал с одного капюшона на другой. И свет он переломленный свет он освещал стопы Кришны. On the lotus feet of Krishna, Krishna's lotus is already red color.
like the petals of Padma, at the same time light coming and falling on is one special kind of decoration. Nirup, you cannot imagine, you can go mad. You cannot, with your whole education, with your whole imagined power, never you can. Nithai Pada Kamala, for Nityananda Susitara, this you can sing in your life. И вот мы можем петь этот кирта Нитая Пада Камала, но осознать в своей жизни те саду, те, у кого есть такой опыт, я сидя в Ясасане говорю, те великие саду, у кого есть практически опыт осознания, когда Нитянанда явился им и поместил свои стопы к ним на голову, только они могут осознать это, и кто это личность. По признакам можно понять, кто есть кто. И вот смотрите, Кришна танцевал на головах Кали, и вот приходили и смотрели полубоги и прочие. И вот вопрос, думали, кто танцевал на головах Кали? И вот эти полубоги спросили, кто же там, а им ответили, что изначальная причина всей земли. Even Shankar Baba gone mad. Shankar never heard this kind of dancing so fast. Only in Vrindavan, during Rasa Lila. When competition going on, И вот ничего похожего танца никогда не было, только во время соревнований, во время Раса Лилы. И вот когда Кришна соревновался с Радхарани в танцах, то Радхарани победила, и Кришна сказал, что ты мой гуру. Радхарани – это гуру Кришны. И вот на Бенгале говорится вот это в такой, в таких словах. Everybody going to get some, you know, benefit out of your question. It is a tattva gyan can come out flourish, and everybody can do. Bariyane sathe prasam krito leko loko hito. Вот когда Парикшит Махарадж спросил, что когда вы Госвами, то что когда вы Госвами был очень доволен и сказал, что твой вопрос принесет великое благо. И никто не спрашивал такой великолепный вопрос, его нельзя сравнить ни с чем. Это самый главный вопрос был, и такой же вопрос спросил Санатан Гасая. Он спросил, кто я и почему я страдаю от этих трусных страданий. Санатан Гасая, он спросил у Махапрабху, его вопрос можно сравнить с вопросом Шукадева Госвами. И вот Кали Лили Махарадж возвращается, вот и ответили, что это сам Шри Кришна, что действительно тогда. И все полубоги, и Гандхарвы, Кинары и прочие, они налетели в то место и толпу собрали. Они цветами все пришли и начали кидать в него цветы. И вот некоторые, были гандхарвы с музыкальными инструментами,
начали подыгрывать. Кто-то на караталах, кто-то на мриданге, кто-то еще на чем-то. Поскольку у них была возможность служить Кришне таким образом, они, поскольку Кришна танцевал, они начали подыгрывать. И что случилось дальше? Гандарбо сиддхо суро чарно дева бадья притпа притпа not притпа притта. Hello, if you make pronunciation wrong, then make say притпа притта мридамго панаво панаво панаванако баддо гито успо пухаро танви. They all coming with musical instrument and flowers and everything, you see? From when the watch Gopal Krishna started dancing. И вот когда они увидели, что Гопал Кришна начал танцевать, они все эти полубоги Гандхарвы, Сидхи, Чарана и прочие, вот они перечисляются тут. У Гандхарвов особое служение, они эти музыкальные работники. И вот они танцуют и поют, и вот начали подыгрывать на музыкальных инструментах. И также все жены полубогов, они тоже пришли и смотрели, что происходит. With all from Vedanga and everything, all Karta, everything, all musical instruments. They started playing. И вот они начали подыгрывать на музыкальных инструментах, и Кришна начал танцевать еще усиленнее. В Раджавасе смотрели, что вот Гопал только был на волоске от смерти, а сейчас что случилось, он танцует. Что дальше случилось? А Калия как-то пытался избавиться от этого прыгающего Кришны по его головам, а сбросить Кришну не так просто было сбросить. Он бил пятками по его голове. И вот и Кришна, когда там и вот Кали, когда хотел поднять какую-то свою голову, то Кришна прыгал на нее и опускал ее таким образом. What all who's not going to subdue, when they calm down, Krishna, only go on doing.
And this actually what happened? Kina Yuso Brahmato Ulvanam Ulvanam Ashato Astri Nasto Bamano Paramo Karamasam Ahunaga. That Nag, that Kaliya become very, very tired, used and become fed up. И вот Кали это надоело, не просто надоело, но каждый раз, когда Кришна прыгал ему на голову, то все его эти сломались капюшоны. И после этого, что случилось? Кали уже был, ну, он истекал кровью, он рыгал кровью. What happens? Kina Yuso Brahmato Ulvanam Asato Astri Nasto Bamano Parama Kalabasa Mapo Nagaha. That Nag. И вот это Калия Наг, он очень ослаб. Он уже, все его головы были сломаны. Он не мог даже поднять голову, если кто-то. Three, four boys, like mad, crazy men, through Calcutta. Da! Как Махарадж видел, кто-то там, какие-то люди, как сумасшедшие, ехали на мотоцикле и не справились с управлением, куда-то врезались, и позвоночник сломали. Ну и потом, соответственно, ходить не могли после такой аварии. И также Кальянак тоже не мог больше поднять свои головы. И он не мог понять славу Кришны так долгое время. Смотрите, он даже получил даршан Шри Кришны, но после того, как Кришна его побил, то он начал думать, кто же этот мальчик, кто же он такой. И вот начал думать. И тем временем я сказал, все жены Кали, они молились Кришне: «О Кришна, пожалуйста, измени его настроение, иначе наша жизнь очень ужасна, мы живем, но не можем ей наслаждаться своей жизнью. Мы находимся в теле нагов, змей, но если наш муж станет преданным, то у нас будет возможность служить мужу преданному, это хорошо. И Кришна принял их молитву и сказал, как Прахлад Махарадж сказал Нарисимхе: «О Господь, мой отец совершил так много ошибок, так много проблем принес мне, пожалуйста, прости меня, прости его, освободи». И Нарисимха засмеялся: «Думаешь ли ты, что есть какой-то недостаток моей милости на твоем отце? Я прикоснулся к нему, убил своими руками, и разве есть какой-то недостаток милости, а ты просишь этого?» И комментаторы пишут, что нет, Прахлад Махарадж был очень умен, он знал об этом, и Вишванатха Чакраварти пишет, что у Прахлад Махараджа была эта идея, что мой отец прикоснулся к Вишну, к Нарисимхадеву, это, несомненно, очень благоприятно, но Прахлад Махарадж просил Господа, чтобы Господь подтвердил это своими словами. И вот Прахлад Махарадж был очень умен. И, но все же он спросил у Нарисимхадева, чтобы Нарисимхадев выдал ему такое свидетельство буквально о том, что это действительно так. Например, мы хотим получить такой сертификат, свидетельство от Гуру и Вайшнавов. Много раз случается так, что вот удали еще где-то. Ну, где-то хотят выбрать ачарью, вот Махараджа приглашают на выборы. Я как бы ничего не говорил, что кого-то выбираю.
Махарадж идет и говорит о том, что некоторые хотят его использовать как, ну, в качестве какого-то прикрытия для какого-то дела, ну, чтобы как бы получить одобрение такое без его согласия. И вот этот Калинак начал рыгать кровью в очень таком плачевном состоянии. Находился, и жены этого Кали, они вышли. Кришна уже убил Агасу, Бакасу, Путану и прочих. И они подумали, что он тоже будет убит Кришной, и они подумали, что ну, будет убит так, будет, значит, получить наивысшее благо, и мы не возражаем, но пойдем посмотрим, что там происходит. И вот они все вышли и говорят: «О, Господь!» И принесли свои поклоны Кришне. И вот из этого Кали он начал тяжело дышать, и яд из него выходить начал. И вот Кали уже не мог напасть на Кришну, он лежал и думал, кто он может быть, поскольку Кришна, смотрите, он наступил на Калию, посмотрите, насколько удачлив этот Калия, кто еще в этой вселенной получил прикосновение лотосных стоп Кришны на свою голову. И какова причина за этим стоит, мы спросим. И хотим узнать об этом, почему Калия получил такую огромную милость. Даже никто, ни Лакшми, ни Шанкара, ни Варуна, ни Прахлад, ни Друва, никто не обрел такую уникальную милость. А почему Калия получил эту милость? Думаете ли вы, что те, кто могут совершать суровый аскез, они могут обрести такую милость? Читание Махапрабху уже сказал. Что ты думаешь? Что, смотри, демоны, асуры, они тоже совершают суровые аскезы, а какой результат получают в будущем? Хираньякашипу, Хираньякша, они все совершали аскезы Равана. И результат какой? И думаешь ли ты, что просто питьем молока или другими аскезами можно обрести меня?
Это было Сиддханта сочетание Махапрабху. И вот суровые аскезы они не могут дать нам лотосные стопы Шри Кришны. Только из нашей огромной любви к Кришне можно обрести его беспричинную милость. И вот смотрите, здесь и Кали начал думать, поскольку Кришна прикоснулся своими лотосными стопами к его голове, и Калия, сердце Калии начало меняться, поскольку это было желание Кришны, и Кришна может разрешить, позволить, он позволил сбыться желанию жен Калии, они были преданы и просили помиловать их мужа. И что говорится в этой шлоке? И сейчас Калия в уме начал предаваться Кришне. Постепенно его умонастроение менялось. Вот он был полуживый, полумертвый. И вот физически он уже не мог ничего сделать, не мог даже двигаться, а Кришна был очень умен, он с его головы не слез, хотя Кали уже был на земле. Он хотел еще немного потанцевать и не спрыгнул с его голов. И вопрос Санатан Госвами, Брихат Бхагаватамрите и другие преданные также пишут, что Кришна танцевал на Кали, когда тот был в воде или нет. Но когда он там прыгал по его головам, где был Кали, ну, смотрите, там островок был. И вот там был островок. И если Кришна где-то прыгал по его головам, Кали мог под воду уйти. Но когда Кришна прыгнул к нему на голову, ну, это там на островке происходило дело, и еще кто-то может возразить, что жены Кали, они пришли, чтобы поклониться Кришне, и не принесли свой полный распростертый поклон, хотя для Матаджи нужно распростертый поклон нельзя приносить, но они в телах змей были, и там проще им было. Кришна – это изначальная причина всех миров. Внутри Кришны находятся бесконечные миры. Атапатрам, it is like umbrella, it is all hoods broken,
Поскольку внутри Кришны бесчисленные миры, и когда он прыгал по головам этого Кали, они все сломались. По капюшонам они все сломались, и вот Кали сейчас был в таком тяжелом положении. Амуша значит, все его жены, они пришли с молитвой. Артаха значит с молитвой. О Господь, о Господь. И как? И вот с этих и вот все И вот когда Кришна играл на флейте, то все гопи, все полубоги у них, и когда эти жены полубогов, они тоже пришли смотреть на это, то их от изумления одежда развязалась на них, и волосы тоже развязались, и также жены Кали, когда они пришли, от их волнения одежда спала с них, и волосы тоже оказались, распустились сами по себе. И вот они начали молиться, а как они начали, и вот они предложили свой распростертый поклон. И вот они были очень взволнованы, поскольку их муж был на волоске от смерти. И дети, они тоже все дети перед собой вели, чтобы Кришна, Кришна сострадание возникло. Они змеи были, но все же умные очень. Вот они думали, что Кришна подумает, что что ж они будут делать без отца, и помилуют Калию. Бхутапатим, значит, в каждом сердце Кришна находится. Вот, как они предложили свои распростертые поклоны Кришне. И вот здесь одно из доказательств слова «буви» значит «на земле». То есть это на островке каком-то происходило. И вот Санатана Госвами говорит, а Санатан Госвами, он... And putting here a kalyana and pulling in like left hand and saying fruit and like horse. Hey, go! Sometimes with fruit beating up. Вот так Санатан Госвами еще комментирует, что Кришна взял одежду этих его жен и через нос проделал веревку, сделанную из этой одежды Кали, и тащил Калию как животное какое-то. И играл на флейте и бил его по дороге флейты. Those
И вот это слово означает жены во множественном числе. Жены. Благо, не просто жены, а целомудренные жены. И вот они все пришли и приняли прибежище у Кришны. О Господь, со сложными ладонями они, жены и Кришны, они просили о жизни для своего мужа. Но они думали, что если станут вдовами, но все равно ничего плохого не будет, поскольку ты убил нашего мужа, а убийство от рук Кришны, оно очень благоприятно. Но если ты позволишь нашему мужу жить и сделаешь его преданным, то весь остаток своей жизни мы будем счастливы и будем служить нашему мужу преданному. До тех пор он не был преданным, но сейчас, по твоей милости, если ты позволишь ему жить дальше, то ты уже изменил свое сердце, изменил его сердце, и он получил твою милость. И вот они молятся таким образом ему, Кришне. Это наша молитва. О Господь, если ты сделаешь его преданным, то весь остаток своей жизни мы можем наслаждаться служением тебе и нашему мужу преданному. И они умны были, всех детей перед собой поставили, что Кришна подумали, кто же будет заботиться о этих детях, и пускай он живет дальше. Но Кришна, он очень умен и очень пунктуален. Если Кришна увидит, что один из его сыновей стал демоном, как Наракасура, то Кришна убивает таких. Кришна, он на совершении, нельзя найти никакой ошибки в Кришне. И когда он увидит, что Наракасура демоном стал, то он убил его. Кришна, он хотел убить Ванасура, или как его. Но он сказал уже, что в династии Прохлада никого не будет убивать, а просто наказал Ванасура и все. I can keep only four hands or two hands, four hands, to play music and do other things. Only four hands I can keep, all hands, like banana trees, cut, cut, cut. И вот Ванасура, когда у него получила по какой-то чьей-то милости тысячи рук, но вот он провинился, и его хотели убить, но Шива вспомнил, что Господь его пообещал, что его не убьют, то он просто обрубил все руки, оставил четыре руки всего лишь, что Бхарати совершал и пуджу. Остальные руки ему все обрубил. You can think, you can worship.
Великие преданные, такие как Санатан Гасай, он, когда жил в Риндаване, каждый день он ходил к Гопешу Махадеву. И после этого Махадев пришел к нему во сне и говорил: «Зачем ты ходишь так далеко, чтобы поклоняться мне?» Но он сказал, что ты Гопеша, а поэтому я хожу и поклоняюсь тебе каждый день. И он явился как в форме другого Шивы, который был совсем рядом. А Гопешвар был далеко от того места, где жил Санатан Госвами. И вот Бабанканди, или как-то так его зовут. И у Света Ганги также Санатан Госвами мучился от комаров. И решил уйти. И когда он собрался уйти, Шанкар Бхагаван явился и спросил: «Почему ты уходишь?» Санатан сказал, что слишком много комаров, ничего не могу делать, только от комаров защищаюсь. А Шанкар сказал: «Пожалуйста, не уходи с сегодняшнего дня, ни одного комара здесь не будет». И вот с тех пор в том месте комаров, все комары пропали, нету ни единого. И вот таким образом они, и вот с завтрашнего дня Махарадж будет объяснять Веданта Татву вот насчет всей этой Кали Даман Лилы. Поскольку молитва этих жен Кали — это Веданта Татва. И вот эти нагопатни говорят так.